направлении Алтынина. Какая передача классная. И ведь вложил там мимо двух клюшек соперника. Все равно умудрился. Нашел. Вот это, конечно, наверное, главный универсал вот в этом звене. Все-таки Миро Алтынин мы знаем как именно такого дирижера, мастера передачи. Ой, Амяки себя прекрасно зарекомендовал в качестве снайпера, в качестве человека с потрясающим кистевым броском, с настоящим инстинктом и умением, и чутьем вот этим голевым. Одеджи сочетает в себе и то, и другое. Лучшее от Алтынина и от Оямяки. Всегда приятно, на самом деле, за его игрой понаблюдать.